Первым делом самолеты. Теперь пилотом может стать каждый карагандинец. В городе планируется открыть курсы управления сверхлегкими самолетами. Это хобби на радость каждому жителю шахтерской столицы, чью душу неумолимо тянет небо. О том, как можно получить корочку пилота, узнавали наши журналисты. Авиационный учебно-тренировочный центр построен недалеко от аэропорта Сарыарка. Уже в сентябре сюда смогут приходить первые курсанты. Центр организован для учеников старших классов школ Караганды. Для поступления в центр ребята сдают тесты на знание основ географии, математики и физики. И весь учебный год после школы изучают аэродинамику и навигацию. А ближе к лету проходят медкомиссию в Астане. Допуск к полетам получают только те, кто обладает идеальным здоровьем. После успешного завершения курсов школьники получают пилотское удостоверение. Ежегодно учебное заведение планирует выпускать около 35 дипломированных специалистов. В центре предусмотрено обучение и на коммерческой основе. Для желающих стоимость таких курсов составляет примерно 10 тысяч долларов. Также у нас есть коммерческая форма обучения. То есть любой желающий, который проходит по состоянию здоровья годен, ну и готов оплатить обучение, также может пройти курс обучения в нашем учебном центре с получением пилотского удостоверения. Новая модель спортивного самолета ФК-14 «Полярис» предназначен для низколетной авиации. Размах крыла его чуть меньше 10 метров, а высота – 2,5. По словам коменданта аэродрома, самолет может развивать скорость до 235 км в час. Сейчас в авиационном центре уже есть два низкоплана немецкой фирмы. Еще два таких планируется привезти в ближайшее время. Самолет ФК-14 «Полярис» был приобретен нашим ТО в апреле месяце 2013 года. Вес самолета 310 килограмм. Он относится к сверхлегкой авиации. В планах организаторов создание в авиацентре развлекательной индустрии. Первые шаги уже сделаны. При аэродроме уже к концу лета будет создана смотровая и детская площадки. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Амандыков, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский.